Выйду на райончик, хочу в магазин сходить, взять водички мне надо взять, потому что у меня воды нету для чая. Ну, еще что-нибудь, перекусончик какой-нибудь. Может быть, какие-нибудь вкусняшки возьму. Ох. Находимся в местечке Алкала, называется. Или Алкала. В общем, кому как, не знаю. Кто-то говорит Алкала, кто-то говорит Алкала. А может быть, вообще Алкала. Каждый по-своему. Видите, кто-то гараж переоборудовал в этот, в такой сидячий. Вот таким образом здесь эти гаражи. Видите, вот там они закрываются, и так чик, можно поднимать. Так, пойдем-ка мы в эту сторону. В эту сторону пойдем. Вроде бы я правильно иду. Не знаю, не думаю, что здесь можно ошибиться. Сейчас покажу вам океан. Чудеснейший, прекраснейший океан. Кстати, в этом месте... Ой, эти ступени, друзья мои, как же у меня ноги-то болят, оказывается. Самое интересное, вообще я очень много хожу. Я очень много хожу, поэтому я уже привык к тому, чтобы ходить. Я могу целыми днями просто идти, 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 идти. И у меня не то, чтобы ноги не устают. Если как бы обувь не натирает, да, если обувь хорошая, то я могу вообще сутками идти. Но вот эти вот горные лазания оказались... Это не очень легко оказалось, потому что болят именно, то есть, ну, нижняя часть, все это понятно, как обычно, да, ноги то, что болят. А здесь болят именно высшая часть ног. Смотрите, друзья, какая красота. Ну, разве это не сказка? Разве это не сказка, банда моя? Видите, впереди вот это вот такое торчит. Это остров. Красивейший, чудеснейший, прекраснейший остров, который называется Ла Гомера. Смотрите, какая красота. Очень красивый остров. Он что отсюда красивый, он что сам по себе тоже очень красивый. Такой весь зеленый, зеленый. Я вам, кстати, его показывал уже, записывал я его. Вот. Ну что, ладно. Красота красотой. А чай попить тоже хочется. Поэтому пойдем прогуляемся за водичкой. Красивые места. Вот так вот люди здесь живут, видите. Здесь, видите, рабочие, работники грузят свои вещички. Во. Также иностранчики есть у нас тут. На райончике живут. Такой относительно небольшой городочек. Вот не совсем малюсенький, как некоторые бывали. Тот же Велофлор, где я был, еще какие-то там Атога. Вообще деревня малюсенькая была. Так, ну что, спускаемся вниз. И идем в сторону магазина. Здесь такой магазинчик интересный, он оптовый. Вот, и он выглядит тоже как оптовый. Я внутри самом не был, но даже внешне видно, что это такой оптовый магазин. Сейчас я вам его покажу. И заодно хочу показать цены. Ох, как тяжело. Вот видите, я сейчас на спуске иду. Вот когда я на спуске иду, у меня напрягаются вот эти мышцы, которые выше колен, которые я говорил, которые очень сильно были задействованы, когда я вот именно на горы, когда поднимаешься, когда такие конкретные подъемы идут. Вот здесь такие кафешечки у нас, вон в той пиццерии, вон та кафешка, видите, там очень красиво одна девушка работает. Вот, и ноги задействованы так не на шутку бывает. Вот сейчас поднимаюсь тоже, именно вот эти мышцы. О, смотрите, какая красота, банда. Волны бьются. Мы еще с вами здесь отдельно прогуляемся. Я хочу такую красивую прогулочку сделать. Показать, как у меня здесь житуха на райончике протекает. В основном, если общую такую картину брать, здесь спокойно. Тихо. То есть нету каких-то сумасшедших таких движений. Да, видите, так все размеренно. Дышится хорошо. Погода чудесная. Вот, люди замечательные, позитивные, добрые. Все равно вот мысли, да, это есть мысли, энергия. Это есть энергия. Потому что когда вот ты, знаете, такие добрые мысли, хорошие мысли, такие простые, искренние.
если так можно, да, открытые, да. Вот они идут как бы само себе, сами по себе, точнее. И точно таких же людей ты в своей жизни встречаешь. И очень приятно таких людей встречать. Потому что как-то и когда эти встречи происходят, вот эти хорошие вещи, которые в других ситуациях кажутся какими-то не... Как может быть такое, да, что тебе люди могут просто помочь, там еще что-то, то, все. А тут как-то все само друг другу, такой круговорот происходит. То есть такое ощущение, как будто бы вот твои люди, если так можно назвать их твоими, то есть люди, которые находятся на твоей волне, они находятся на твоей волне, и ты как бы вместе с ними. А есть еще другие волны. И вот все зависит от того, в какую волну ты или скатишься, или поднимешься. Вот, в каждом месте свои волны. Ну, конечно, местность это тоже влияет, очень сильно влияет, потому что если кругом тебя окружает агрессия, там, не знаю, обман, ложь, зло, естественно, сложно в таких местах противостоять этому, быть другим, да? То есть быть чистым, если так можно выразиться. Это очень сложно, это нелегко, когда постоянно такое окружение. А когда таких людей больше, то как бы ты спокойно себя чувствуешь, нормально-то. Легко дышится, легко живется. Сразу вот именно настоящая такая свобода тогда пребывает. Тебе не надо вот эти постоянно маневры какие-то непонятные, движухи какие-то непонятные. Ты не знаешь, знаете как, никогда не знаешь, чего ожидать, чего не ожидать. То есть опять получается зависимость. То есть ты начинаешь вступать вне свободу. А когда люди легкие, открытые, искренние, то все просто. Так, вот мы пришли потихоньку в магазин. Такая вот здесь атмосферка, видите, кушаете. Время обеденное. Вот, а вождь еще не ел. Сейчас надо что-нибудь взять. Но я хочу воду взять. Потом уже можно будет выйти. Я думаю, перекусить, а чай просто без чая сложно. Постоянно выходить, чтобы чай пить. Вот. Такая вот, видите, оптовая такая база, типа магазин. Смотрите, друзья, мешок таких вот орехов. Таких вот, да? Сколько здесь грамм? 3 килограмма стоит 9 евро 74 цента. Есть также фисташки. Смотрите, какие фисташки. 1 килограмм фисташек стоит 14 евро 34 цента. То есть 15 евро, можно сказать. Вот эти вот 1 килограмм стоит 4,29. Вот такие вот орехи здесь. А вот есть грецкие орехи, да? Точно, вот грецкие орехи. 1 килограмм стоит 13,81. Притом очищенные. Вот миндаль стоит, смотрите, 1 килограмм. 11 евро 79 центов. Ну, вот здесь много чего есть, но я здесь застряться не буду. Здесь же вода. Вот. Почка такая оливков стоит 3 евро 15 центов. А вот такая вот бочка грибов стоит 3 евро 45 центов. Возможно, даже и галлюциногенные. Вот я воду не вижу. Куда они воду дели? Такой, видите, выглядит как такой оптовый магазинчик. Вот, можно, конечно, не только оптом брать, можно брать и по одной, естественно, но сам по себе. Видите, друзья, мед. Смотрите, это мед с острова Ла-Пальма. Вот, 310 грамм стоит 4 евро. Вот, мед вкусный. Он такой, видите, чуть-чуть, он как жидкий такой, как сок немного. Вот, есть еще вот такой вот тоже, такой своеобразный мед, чуть-чуть лющийся, можно сказать, но вкусный. Вот, 7 евро стоит 790 грамм. Так, где же вода? Water. Water, water. Аква, аква минерали. Аква, аква. Фрукты есть, видите? Фрукты можно брать. Вот. Смотрите, такая отдельная фруктовая лавочка. Видите, чуть-чуть замороженная. Но здесь воды нету. Так, друзья, воды нету здесь. Что за ерунда? Так не может быть. Просто такого не может быть, потому что здесь вода не питьевая, из крана идет. В горах, где мы были, да, там из крана шла питьевая вода. Там есть специальные источники, горные, так скажем, источники с горы Тейда, с вулкана Тейда, вулканическая вода. Ну, вулканическую ее нельзя назвать. Ну, в общем, горная вода. Ну, water. What is water? Aqua. Окей, красавчик. Вон, здесь миллион этой воды.
Здесь целый раздел воды, оказывается. Вон есть, видите, французская вода. Perrier, пожалуйста. Вот. Но нам нужна большая вода. Вот вода, которая нам нужна. Вот, 8 литров воды, рубль 42. Ну, не знаю, друзья, дорого это или дешево. Ну, вот, в общем, рубль 42 стоит. Можно также вот такую взять воду. Они здесь разные. Видите, вот эта вода. Фонтейн. О, я сейчас присел на карты, как говорится, и у меня ужасно. Мышцы просто, ноги отваливаются. Видите, фонтейда. То есть это значит, что вода с вулкана Тейда, где мы с вами, друзья мои, блуждали, бродили. Сказочные, красивые места, где я вам показывал. Так, ну ладно, что тут сказать. Горцы пьют воду с гор. Пойдем дальше. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Пачанга полная.